Сейчас это костюмы. Приехали вот только с границы, только забрали с таможни. Сейчас идет отгрузка в Забайкальский край, в Республику Бурятия. Везем эти костюмы в Республику Бурятия, центр, территориальный центр медицины катастроф. Оттуда будет распределяться по Республике Бурятия. 230 коробок с костюмами – это лишь первая партия. Ее купили на средства Фонда развития Дальнего Востока по поручению Юрия Труднева. Отмечу, это лишь один из этапов помощи. Программу можно разделить на две части. Первая часть – это прямая финансовая помощь дальневосточным регионам. 300 миллионов уже направлены 5 дальневосточным регионам. Это Республика Бурятия, Магаданская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область и Камчатский край. Вторая часть программы – это обеспечение дальневосточных врачей средствами индивидуальной защиты. За сутки машина с ценным грузом добралась от границы с Китаем до республики. Из жаркого Забайкальска до дождливого Улан-Удэ ехали без остановок. Да, чувствую долго, как говорится. Ну а так все нормально, вроде добрались. Сутки два водителя вдвоем ехали. То есть не останавливались? Не останавливались, ну. 6810 тайвеков – это противочумные костюмы одноразовые для всей республики, для всех лечебных учреждений. Хорошие, легкие костюмы защищают согласно своих требований ГОСТов. Потребность где-то порядка 1500 от 5 до 10 дней. Грубо на 15 дней, я так думаю. Да. Через неделю, 6 числа, ожидается следующая партия. Комбинезоны, очки, респираторы, медицинские перчатки. Я сейчас вам доводить не буду, чтобы длинные цифры не называть, но вы все их получите. Средства распределены, исходя из, скажем так, обеспеченности. Это только первая партия. Всего в течение мая в республику поступит более 15 тысяч костюмов, 26 тысяч респираторов и около 13 тысяч пар защитных очков.